Всем привет! Вы на канале 26 колесо, и сегодня у нас на обзоре легкие, компактные и очень интересные велосипедные камеры от компании Tubalinga. Данные камеры на обзор мне предоставили ребята из магазина King Bike. Спасибо им большое. Там же их можно купить в городе Санкт-Петербурге. Практически все модели уже есть в наличии. Но скоро вы сможете, ну, если у вас хватит бюджета, это тоже мы обсудим, да, купить себе вот такую интересную камеру. Все, давайте сейчас рассмотрим поближе эти камеры, из чего они состоят, сколько стоят. Все-все-все нюансы интересные, конечно же, обсудим. Tubalinga – это австрийская компания, австрийский стартап. Производители этих камер до этого работали в сфере мобильных технологий. Они разрабатывали материал для динамиков мобильных телефонов. И свои все наработки, которые у них имелись к тому времени, они вот воплотили в этих камерах. Потому что ребята интересовались велосипедным спортом, ну, были, так скажем, велосипедной тематики. Им захотелось разработать что-то такое новое, инновационное, интересненькое. И, как мне кажется, у них это получилось. Давайте сразу по основным параметрам. Это вес и цена. У меня сегодня на обзоре две разных камеры. Первая, которая у меня в руках, это для гревела и циклокросса. 30-40, вот такая у нее ширина. Она весит 56 грамм. И вторая версия для МТБ, только версия S-Tube. Это самая легкая из их камер. Она весит 44 грамма. Стоят эти камеры примерно одинаково 2100 рублей. По Санкт-Петербургу на официальном сайте пробивается цена в 30 евро. 29,99. То есть у нас они даже немножко подешевле. Это примерная цена. Она, кстати, везде одинаковая. За границей и в России вы найдете вот такую цену 2100 рублей на эти камеры. Плюс-минус. Рем-набор, рем-комплект стоит 375, по-моему, рублей. Тоже вот так вот. И эта же цена на рем-комплект, она тоже будет одинаковая во всех странах. Материал, используемый для производства этих камер, это термопластик, полиуретан, эластомер. В руках она ощущается очень интересно, такой необычный материал, он не похож на резину, но он не похож на чистый пластик, такой гладкий, интересный цвет, кстати, обратите внимание, это такой оранжевый, прикольный, вырви глаз цвет. Сразу будет видно, что у вас камера Tubalinga, потому что ниппель, он тоже оранжевый. Полиция стиля для шоссейных велосипедов, конечно же, может быть, вынесет предупреждение, оранжевый на вашем черном колесе, но с другой стороны, версия для шоссейных велосипедов этих камер с пометкой S-RO, да, она весит 24 грамма, то есть это совсем как перышко какое-то. Компания Tubalinga — это не первая фирма, которая выпускает подобные камеры, не единственная и, я надеюсь, не последняя. В свое время Schwalbe представили интересные камеры AeroZen, Maxxis Flyweight их, Pirelli. В общем, многие производители уже давно посматривают в эту сторону, но сталкиваются с определенными трудностями. Произвести такой конечный продукт, который уже будет полностью готов к потреблению, получается не у многих. У компании Tubalinga это, слава богу, получилось. Мы имеем такой интересный продукт. Ну что, самое главное, давайте обсудим, в чем прелесть этих камер. Конечно же, это вес, размер и устойчивость к проколам. Вес мы уже обсудили, там действительно очень-очень небольшой вес по компактности. Вот это вот в руке у меня сейчас версия МТБ-шной камеры SS-MTB. Так называемая самая легкая версия для большой МТБ-шной камеры. В другой руке у меня камера от компании Continental, та же самая МТБ-шная камера с таким же точным размером. Вот как вы можете видеть, эти две коробки, они очень сильно отличаются по размеру и они очень сильно отличаются по весу. Ну, вам это непонятно, да, потому что я держу сейчас в руках, но поверьте, вот это ощущается просто как какой-то кирпич. Вот это вот вообще ничего не весит. Ну, 44 грамма, да, там и 234, это довольно внушительная разница. Многие, очень многие люди либо хотят, либо уже используют данную камеру в своем ремкомплекте, потому что она очень и очень компактная. Вот эта большая коробка, которую нужно куда-то положить, найти для нее место, да, ну понятно, всегда место можно найти, но она занимает, как вы видите, вот такой объем. Вот эта камера, если ее вытащить из коробки, она совсем маленькая, ну, покажу сейчас видео, вы увидите, да, насколько она компактная. Ее можно положить и с собой взять еще и баллончики, и монтажки, и все-все-все положить в одну какую-то маленькую и компактную сумму. Что касаемо прочности, то компания Tubalinga говорит, что данные камеры в два раза прочнее обычных бутиловых камер.
Что значит два раза? На своем YouTube канале они сделали там интересный такой тест, прокалывали их там гвоздем, под давлением, как-то пытались их повредить. Ну, в реальной жизни, как вы сами понимаете, у всех у нас разные условия катания. Где-то есть регионы с колючками, с гвоздями, с камнями, где-то есть регионы совсем с хорошим асфальтом, новеньким, да, и там проколов совсем мало. То есть это от региона к региону, от покрытия к покрытию будет очень сильно отличаться. Ну вот в общем и целом компания утверждает, что эти камеры довольно-таки прочные. По весу я уже сказал, они невесомые, да, по компактности тоже вы видели, они очень и очень компактные, в ремку самое то, вот положить такую камеру и поехать. Еще из интересных приятных допов — это уменьшение сопротивления качению, только камера у нас легче, и ускорение на 5% выше ускорения. Тоже на YouTube канале официально Туболита есть такой тестик, на котором они там подвешивают, значит, колесо и там цепью с грузом его раскручивают. В общем, посмотрите, это все, естественно, с сайта Туболита, да, с официального канала. В реальности такие тесты, наверное, тоже можно провести. Я думаю, они плюс-минус будут приближены к реальности, потому что камеры действительно легкие, сопротивление качению и ускорение, все это мы будем наблюдать. Также данные камеры многими людьми, насколько я знаю, воспринимаются как серьезная альтернатива без камеры, потому что они легкие, компактные, да, колесо собрано на такой камере уже будет ехать практически так же, как без камерка. Я почитал, там посмотрел много обзоров, много отзывов, и люди говорят вот это вот слово «почти». Почти как без камерка, да, плюс-минус там свои ощущения результируют, да, многие люди говорят, что, ну, практически ощущения вот такие же, как от без камерки. Конечно же, мы имеем тут все недостатки камерной, да, установки, это действительно возможность проколоться, это нужно там ставить заплатки и все такое, но вот это слово «почти», оно на самом деле довольно приятное, довольно обнадеживающее, то есть у нас появился уже продукт, который, ну, приближает нас вот к таким ощущениям бескамерным, хоть это и не дешево, да. Давайте сейчас остановимся тоже и обсудим вот эту цену. Многие скажут, 2100 рублей за камеру — это просто какая-то невероятная цена, потому что там, не знаю, я покупаю камеры за 400, за 500, за 600 рублей. Данная камера, она стоит примерно в 3, в 4 даже раза, наверное, дороже. Может быть, даже если недорогие камеры, и больше, в 5 раз дороже, чем обычная, не знаю, там резиновая бутиловая камера. Ну, что сказать, по цене тут каждый выбирает сам, естественно, за все нужно платить. Это инновации, это действительно интересная, необычная и инновационная камера, потому что у нее компактный размер, да, там тренильные материалы самые какие-то дерзкие, современные. Ну, и размер, и вес, и все это, за это нужно платить. Готовы ли за это платить вы или нет, конечно же, тут каждый решает сам. Многие берут сейчас эти камеры, как я уже 10 раз говорил, в ремкомплекты. Причем ребята из Kingbike говорят, что люди приходят и говорят, дайте мне 5 камер, вот этих 5 камер, то есть, не знаю, там закупаются до конца жизни уже или что. Еще очень интересный момент, ребята рассказали, что буквально вот год назад спрос на эти камеры был, ну, совсем слабенький. То есть кое-как там люди интересовались, буквально и продажи были тоже, ну, такие не очень хорошие. Вот сейчас, по прошествии времени, ну, не знаю, там что-то сдвигается в сознании велосипедистов или узнают больше об этих камерах, то есть сейчас продажи уже такие хорошие. На самом деле люди интересуются и уже довольно-таки много покупают. Некоторые там камеры, вот касаемо шоссейные, там, ну, еще какие-то типы камер прям вообще, ну, не сметают, но довольно-таки неплохо приобретают люди уже вот по сравнению с прошлым годом. Отремонтировать данную камеру можно только с помощью фирменного туболитовского ремкомплекта. Там 10 заплаточек различной формы, клей специальный и спиртовые салфетки, чтобы будет обезжирить место прокола, нанести клей и 5 минут выждать и подождать, и можно уже дальше ехать. Я думаю, никаких проблем с ремонтом у вас не возникнет, но нужно знать, что с помощью обычного там клея, да, который используется в обычных камерах, суперклея тем более, ни в коем случае нельзя эти камеры, ну, пытаться заделать, потому что они разрушатся и повредятся. Давайте итог и мои какие-то мысли по поводу этих камер. Кстати, хочу сказать, что обзор не рекламный, просто я увидел у ребят эти камеры, естественно, мне захотелось взять их на обзор, поделиться с вами этой информацией, может быть, даже обменяться какими-то мыслями. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете об этих камерах. Может, кстати, многие из вас уже их использовали. Я вот только к своему стыду сейчас обнаружил, да, данную информацию об этом продукте. Естественно, очень-очень заинтересовался. Конечно же, это вес, это объем. Ну, по цене там понятно, есть свои нюансы, да, но вот эти два
параметра, и то, что камеры, кстати, эти, они прочные. Мне кажется, это действительно они прочные, потому что, ну, материал, действительно, это какого-то рода пластик, он, естественно, будет прочнее, чем обычная резиновая наша камера. Так что напишите в комментариях, что думаете по цене, вообще по всем параметрам, что касаемо этих камер. Мне очень интересно, кстати, услышать. Для себя, как мне кажется, это идеальная камера для использования ее в ремкомплекте, в ремнаборе. Что касаемо МТБ, вот у меня в руке сейчас, да, две коробки. Одна это стандартная Conti камера МТБшная, вторая точно такая же туболитовская в версии S. Они очень сильно различаются по весу, по объему, по размеру тоже, да. То есть используем в каких-то путешествиях, для байкпакинга в том числе, где каждый грамм там на счету, либо люди, которые заморочены на грамма, считают граммы. Это будет просто вот, не знаю, идеальным решением, да, чтобы сэкономить. А также, может быть, люди, которые подыскивают себе альтернативу для бескамерки. То есть колеса на этих камерах, они тоже будут катить очень классно, потому что там можно реально на МТБ сбросить 400 грамм с колес, может быть, даже больше, потому что экономия, ну, конкретная. Все, это были камеры Туболита. Купить их можно в Санкт-Петербурге в магазине King Bike. Да, интересно ваши мысли, напишите, еще раз говорю, в комментарии. Понравилась вам, не понравилась эта камера, что вы о них думаете? Может быть, другие какие-то камеры уже вышли, о которых я не знаю, которые можно вот так вот просто в свободной рознице купить и тоже использовать. Вот такие подобные камеры инновационные. На канале 26 колесо и интересные туболитовские оранжевые камеры. Всего хорошего, пока!